Поехали в драфт! Поехали в драфт, чат! Первая карта сегодняшнего дня! Матч! За выход на чемпионат мира уже решающий. Либо Фанатик займут четвертый слот, либо Мисси займут четвертый слот от LSE на чемпионате мира. Занза против суперсостава, на который в Бухино куча денег. И я надеюсь, что Занза сегодня покажет Фанатикам, что деньги не решают все, а решает дух. Так, Альдирыч, у нас со смеси в бан улетает. Посмотрим, что будут Фнатик делать с джанглерами, во-первых. Будут ли они трогать Трандлов, Поппи и так далее. Сразу выбирают Сайлоса Витео. Наверное, лучший персонаж Витео на данный момент. Месяц не хотят играть на Люциане. У них в основном Зери Севир, поэтому Люциана они просто убирают. Юми в бане у нас со стороны Фнатик. Здесь все логично. Так, Лулу у нас убрали Фнатики. Двух ардентов у нас не будет. Но месяц либо забирать Севир, либо забирать Зери. Забирают Зери на ФП, не дают ее апсету. А с кем Зери? Ну, либо с фронтлейнером, либо уже с Ренатой какой-то. Потому что Лула Юми нет. Так, Рената Фнатики сами себе забирают. Окей, не дают ее Мисвитс под Зери. Ну и можно, наверное, джанглера забрать для себя сразу. Условно, Разорг может взять Трандла, и уже будет приятно, допустим, если Мисвитс возьму для себя Сиджуани. Ну да, Трандл Разорг и заберет. Maybe Twitch upset, но Twitch с Ренатой не лучшим образом работает. Я думаю, что это будет просто сивирка для апсета. Так, Занда нам все равно Сиджуани показывает. Я думаю, что в любом случае имеет смысл ее брать. Все-таки персонаж, в принципе, сам по себе выглядит супер сильным. Сейчас плюс еще флекс. И Рениктона выбираю для Ирелеванта. Окей, не флексит у нас Мисс здесь ничего. Сиджуани для Занзы, Рениктон для Ирелеванта. Маловероятно, что Витео будет играть на Ренике. Хотя посмотрим. Еще, может, они все-таки еще и флексят это все дело. О, Калиста для апсета. Окей, бой. Калиста, Рената, очень сильная двойка. Че, будет ли блайндпик Витео Акали? Ну да, Акали появляется у нас. Это у нас как бы особо не удивляет новыми пиками. Он на своих стандартах наработан. Летит Витео на Акали. Ну и остается пик для Мерси. Че, может просто какого-то Наутилуса бахнут и все? Аша? Аша саппорт? Бэнгер? Я готов, Мерса, я готов. Аша саппорт в целом в Ренату Калису выглядит неплохо на самом деле. Плюс очень много инструментов энгейджа, но играть может быть тяжеловато. Ладно, это будет просто Наутилус, как я и сказал первый раз. Окей, ЛБ хорошо работает в вокале, как минимум она дает трусайт в поле, если попадает цепочка, то есть это уже очень приятно, и в целом ранее давление есть у ЛБ на окале. А получается такой, у Фнатиков прям очень темповый драфт. То есть скелет они явно хуже, чем Акали Зери. Калиста ЛБ, Виксайт на топе, Вундер будет стоять чилить в этого Рениктона отдыхать, возможно Занза его будет дайвить, все действие для Фнатик будет разворачиваться в нижней части карты, у Гуманоида будет приоритет, могут пытаться идти там дайвить, допустим, эту Зери вместе с ЛБ, Трандлом, Калиста, Ренатой. Если Фнатики это не реализуют, Мисси заскелятся и должны будут карту забрать, плюс у них удобно, у них Акали с двумя милишниками, куча контроля, куча энгейджа, много инструментов, чтобы мешать и ЛБ, и Калисте играть, и Наутилус, и Сиджуани, и так далее. Верим в Мисвис. Чат вполне себе драфт, которым можно выиграть. Так, Фнатики, у нас Лейтон выйдет. Но при этом Мисвис делает то же самое в верхней части карты. У нас сплитит здесь джангл. Соответственно, ну как бы у Мисвис темп на топе, у них Рениктон. Сиджуани в двойке, которые могут очень хорошо душить Орна. Но и в свою очередь то же самое у Фнатик. Калиста, Рената, Трандл, ЛБ с приоритетом. Поэтому они как раз таки то, что я и говорил, будут играть у нас нижнюю часть карты. Или Санкт флеша играет в Неона, выбивает флеш из Неона. Вот это, кстати, большая проблема, потому что они сейчас застакают вейв, и Фнатики могут попробовать задайвить уже сейчас, на третьей минуте матча. И Мерс с Неоном вынужден отходить от этой волны. Там Занза потихонечку подходит, если что, на кавер. Он забрал два кемпа и идет сразу в бот, чтобы Фнатики здесь не так жестко задушили. Но пока, конечно, вот этот лейтен вейв Фнатиков очень хорошо для них работает. Левел 2 плюс апсеты с Хелисангом. Занза здесь, и должны сейчас они пытаться как-то прогонять, но Мерса с него нам-то левел 1. И они не могут подойти к крипам. И все, и они зонят их от миньонов дальше. И что делать? Это... Помогите! Как Мисвит зайти на вейв? Jesus Christ. Так, ТП в Рениктона пошла. Без флеша Хелисанг. Ой-ой-ой, Занзе больно. Занзу ваншотают.
О май гад, все очень плохо, чат. Фнатики, конечно, уничтожили Дисмиссис в этом моменте. Выбили флеш из неона, засплитали карту. Все, отзонили, не было даже второго уровня в Миссис. Идеально отыгрывает Фнатик этот эрли. Восемь на 24 в итоге по миньонам, плюс Данзо умер, тоже отстает теперь по темпу. И Релевант все свое преимущество тоже на топе сбросил, потерял очень много. И по сути уже в 2000 практически в Мисфит начинают отставать по золоту от Фнатиков. Так, седьмая минута матча у нас. 2000 золота преимущество для Фнатик. То, которое они сделали в боте, но и то, о чем я и говорил, Фнатики делают дальше. Разорг с гуманоидом на бот идут. Левел 6 гуманоид, у него на все еще нет флеша, неон не успевает здесь выйти никак. Пошла цепочка от гуманоида, неона посадили на цепи, апсет забирает для себя второе убийство. Мерсу, скорее всего, тоже должны додавить. Занза здесь немножечко пробивает Вундера, но вряд ли они что-то с ним смогут сделать. Фнатики начинают лютую душку. Мисфитс, Мерса на боте, что-то сможет сделать. Флэша играет по Хелисангу, пытался его подрутать, но Хелисанг спокойно выходит от Таверенджа и забирает для себя убийство гуманоид. Разорг, ну пожалуйста, пощадите неона! Jesus Christ! Неон умирает еще раз. 0-3 Калиста. 0-3 Зерия, 35 миньонов. Бышка забрал на боте тем временем апсет. Но Вундера должны будут здесь забрать. Пошел призыв по кузнеца, просто волну миньонов. Здесь, скорее всего, нет. Вундер играет в Релеванта, подбрасывает. Его только сейчас Тавер Агро начинает на себя брать. Мисфитс, Релевант танчит, но не слишком долго, должен выжить. Вундер пока живет, Релевант вынужден выфлешиваться. Вундер не умирает, Мисфитс не смогли задавить. Дизастер. Это просто дизастер. Так, хук Мерса пытается выйти. Занза ультимейт на дизенгейдж. Подходит Хелисанг, ищет Кухан по Мерсе. Мерса без флеша. Ультимейт от Хелисанга. Мерсу попал, но Занза его не ударил. В итоге выживают Мисфитс, но это, конечно, просто... аннигиляторная пушка. А вот Фнатиков 4000 золота на 10 преимущество. Плюс 2200 для апсета. Так. Вторая серия. Мисфитс дайвит Орна. Вундер против всех. Версия 2.0. Итак, дайв пошел. Телепорт нажимает гуманоид, и Мисфитс надо выходить. Пошел баран хороший. Гуманоид. Но ничего здесь не получит. Релеванта подвязали, разрывает он цепочку. Дайв не удался, тем временем на миде могут неон опять задавить. Он на ешке выпрыгивает. Но хорошо, Фнатики закаверили это все дело, гуманоид телепорт свой нажал. Сейчас работает? Ну да, значит у вас просто не тянуло 1080. Так, Витео. Глубинный заряд по гуманоиду. Релевант подходит, флеша можно доиграть. Хорошо, забирает стрик здесь Витео, но подходит сюда апсет, который может вообще здесь пенту сейчас сделать. Апсет забирает одного, забирает второго. Фнатики, минус 3, Мерса тоже погибнет, это на шор. Один килл для Мисфитс, но 3 килла для Фнатик. Так, Релевант-то больно. Релевант умирает. Так, Хелисанг пошел энгейдж по Занзе. Две ульты, три ульты нажали в Занзу. Занзу здесь убивают. 9-1 у нас счет становится. 4-0-4 апсет. Релевант подрубает Тирана. Но здесь им нечем просто сыграть вперед, хотя полетел Витео, неплохо. Апсет получает нокап, окей, Витео, убить апсета надо. Витео забирает апсета, даблкил, спидап, папа. Дальше за разорком, можно преследовать его. Так, ну слушайте, стрики хорошие, здесь Витео получил, но здесь уже в ответ разор с Вундером. Скорее всего, Релевант наваляют. И, по-моему, Мисфитс здесь ничего не смогут сделать, хотя Мерса с Витео подходят. Еще ведет сюда Зери, подходит Неон. Можно полететь дальше, хук по разорку. У разорка еще есть флеш. Если что, подходит Неон, без ультимейта. Хороший накап от Вундера. Вундер пытается разменяться, Витео пока живет, а Вундер без флеша. У Мерса, правда, хука не будет. Но есть автоатака с Рутом.
Вундер живет, пока Мерса пытается забрать его. Неонщик, Вундер стреляет, вообще Неон стреляет, забирает Вундера, дальше Разорг начинает играть с Неона, у Неона есть Ешка, он на ней выходит, подходит сюда гуманоид. Неону надо бежать отсюда куда-то реколиться пытаться, а там пинг, и там его, скорее всего, дочейзят. Мисфит здесь должны умирать. Хотя там бежит Занза. Могут сыграть по Разорку. Пробовать Неон, флешаут. Играют по Разорку. Разорг залетает Занза с флеша куханом, но Разорг хилится, живет. Неончик забирает убийство. И ВПУ прилетает с телепорта. Гуманоид, который можно забрать. Гуманоид получает стаки от Занзы. Лупит его Занза, грязи его Занза. Хорошо, забираю здесь и гуманоида. И там еще хилит Занга, сейчас убьют. Мисфит! Они все, сейчас стоят 9 тысяч. Насколько денег они здесь получили? Там почти грани Рабадона месяц. Это очень важные слоты будут. Но пока этих слотов нету, фанатикам надо форсить, что они и делают. Фанатики начинают на Шора. Пятька остается, но там Калиста, там Unreal, да, это на шор для Фнатиков. Ну, Фнатики заходят на Т3, у них на шор, у Фнатиков мало вейвклира, плюс есть Сол, то есть Вундер с Разорком могут впитывать этот урон. Первую сторону забирают. Витео больно, должен попробовать здесь выйти, у него есть флеш, но там хорошо подбрасывает Санзу, и Витео умирает, даблкил для апсета. Но вот это уже конечное. Вот здесь уже Фнатики игру заканчивают, Мисфит, конечно, попробовали камбэкнуть, не хватило. Ну и уже Т4 падает, Релевант по апсету, Релевант умирает, 7-е убийство для апсета. В этом матче 14-7, Т4 вторая улетает в пользу Фнатик, и уже по Нексусу они работают, Неон с Мерса здесь ничего не задефают, Неон еще и подвязали. 1-0, Фнатики впереди, ну слушайте, учитывая, как Фнатики почти выкинули эту игру в какой-то момент, это абсолютно не значит, что Фнатики там выиграют 3-0 или еще что-то. Очень грамотный early от Fnatic, но в мидгейме мы видим, что они могут делать хуйню. А Misfit у нас проиграли G2 первую игру примерно так же с Тампом, и после этого вообще не просели по морали, поэтому все нормально здесь, чат. Misfit, в принципе, многое не поменялось, им все еще нужно выиграть 3 игры, правильно? Второй драфт сегодняшнего дня. Misfit опять на синий, Fnatic на красный, первую Fnatic стампанули. Misfit, что, будут Калису банить, интересно? Это за РФП. Вот и забрали еще Фнатики для себя. Но это будет рандл для Занзы, походу. Так, Ари у нас для гуманоида, Талия будет у Витео. Ну и ждем саппорта. Это Сарака появляется для Мерсы. Так, ну сейчас все хорошо у Мистиц на самом деле, потому что, ну, контестить пуш на боте они не смогут, но давить их будет трудно, плюс у них есть Трандл, который хорошо работает в копе, поэтому здесь не получится у Фнатиков закрутмапить джангл. У Тали хороший матчап в Варе, Тали в целом выглядит здесь нормально. А, плюс, как бы, есть Орн, поэтому я думаю, что здесь можно 1-1 сделать. Типа, по поводу смурфа, все, что у меня было со смурфом, это то, что, ну, типа, я не считал, что смурф, как бы, топ-лейнер, которого вы должны приоритизировать, овер какого-нибудь там маунтера и так далее, что в итоге произошло весной. И мои слова, получается, подтвердились. Я это говорю просто еще до этого. Потому что раньше, типа, он был супер хорош, но сейчас, типа, он уже не так хорош был последние там 2 года. И это смурфу, мне кажется, не нравилось. И потом я что-то вставил в подслушано, и он меня за это захейтил, что я там какое-то плохое... выставил его с плохой стороны, вставив что-то в подслушано, хотя не только я подслушано слушаю. Слушал. Так, все, таймер топнул. Так, Мисфитс. Видишь, что Фнатики на боте, и драки у нас левел 1 не будет. Maybe they suspect that everyone else is there because it doesn't make sense that Neon just runs there himself, right? Go. So there's так. The sweeper. Mercer's showing. All of Misfits are showing. Huh. All right. Misfits clearly not interested. Где он трестокал про крауд? Вот там такой си момент был, не прям чтобы супер офенсив. Я просто люблю подогревать, типа, вот такие штуки. Я просил
на интервьюхах трэш-толкать там и так далее, придумал фразы, которые игроки скажут, чтобы, ну, типа, блин, была какая-то напряженка, чтобы у команд, типа, такие, ох, он про нас это сказал, мы про него это скажем и так далее. Ну, типа, это нормально. Там не было прям какой-то супер ужасный момент. Если бы я вставлял весь трэш-толк, который есть в войсах, как бы, это не пропустили бы в эфир, возможно. Чем, вот смотрите, пример трэш-толка, и типа, почему он делает интереснее просмотр. Так, на боте у нас по Мерси играют фанатики. Мерси больно. Нет! Хил залетает, апсет, ласт автоатака, первая кровь на боте для фанатика, апсет убивает Мерсу. Бежит сюда Занза, нету самонера у фанатиков, не он выфлешивается. Занза должен доесть апсета здесь 100%. Может двоих попробовать даже убить. Занза играет по Хелисангу, убивает одного. Занза здесь всех, сожри его, Занза убить апсета, не он укил. Дайте, хорошо, 2-1 фанатики. Теряют два убийства на боте, здесь Витео, чарм попадает в гуманоида, подходит сюда Разорг, Витео, возможно, придется здесь тратить скачок, Разорг оплешивается за Витео, Витео отличный скачок на реакции, есть у него еще очищение, подходит Мерса, Мерса не пускает Разорга дальше, а Разорг без США и уже по нему могут развернуться, но подходит гуманоид, поэтому месяц дальше не пойдут. Так. И Рерим это могут задавить. Релевант выфлешивается, подходит сюда Занза. Хороший пилар ставит. Ну, кап дает релевант, но... Скорее всего... Хотя Витео подходит. Здесь Разорка должны будут убить, размен будет. От Мисвиц. Разорк. На Ешке. Разорк. И замедлили Занзу. Разорк, гений. Это было красиво. Так, гуманоид исчекает на варде. Мерса дает сайленс. Хорошо, подвязали гуманоида. Гуманоид тратит ультимейт. Так, по Занзе сыграли, а там подходит Вундер. Фнатики здесь пятером. Занза, надо флешаут давать. Флешаут дает Занза. Успел нажать ультимейт Вундера. Ирелевант. Может поискать какой-то нокап. В итоге по нему играет Вундер. Занза ищет апсета. Хорошая стена от Витео. Закрывая здесь апсета. У апсета еще есть флеш. Он выфлешивается. Хватит ли урона? Миссис, да, есть апсета. Хороший пилар. Но дэмэджа, походу, не хватит. Не он, может попробовать дальше преследовать. Подходит сюда Хелисанг. У Хелисанга есть ультимейт, но у него нет флеша. Дает хороший ультимейт. Не он сразу нажимает очищение. Начинает стрелять по Хелисангу. Но здесь подлый голем. Не дает него наносить урон, прилетает гуманоид с телепорта. Огромная драка, где в итоге никто не умирает. Так, роль начинает не он. Вундер на боте уже без телепорта, поэтому должен доставаться все-таки этот герой Мисвиц. Разор. Тут немножко по ВТО сыграл. Ультимейтов нету вообще. Мерса все еще левел 5. Ну и 4 в 5 будут контестить это дело фанатики. Хороший сайленс по Разорку, его пробивает, у него нет флеша. Витео, есть вешка? Нет вешки у Витео. Разорк опять на ешке выпрыгивает в миньонов, и опять Герольд здесь топает. И тем временем на боте Вундер скоро начнет есть пластиночки. На топе тоже вейв большой, Мисвиц теряют. Или Санг находит неона. А здесь гуманоид с чармом, неон умирает, и они теряют еще и вейв на топе. Как же Фнатик дизенгейджит это все дело, это просто инсейн. Сколько они выжили до этого, и сейчас тоже вроде как все не очень хорошо для них складывалось, но опять Разорк вышел, и при этом на боте там лутает Вундер все, и опять Фнатики выходят победителями из этой ситуации, у них плюс 2000 золота. Так, Разорк здесь играет по Витео, Разорк просто гоняет Витео по карте, Витео флеш пришлось здесь нажимать. Или Санг, ультимейт нажимает, по нему он работает, не он, очищение, ультимейт Сараки, не он умирает. А Мерси хороший, игнор от Вундера, прилетает сюда еще и Разорк, и Занзу здесь заберут, это трипл килл для Вундера. Фнатики стампят вторую карту. Поймали неона. Разорк. Разорк, конечно, начиная с третьей игры против XL, проводит очень хороший плей-офф. И сегодня тоже отлично играет. Эти три игры были хорошие. В итоге, только я говорю, что игра подзамедлилась, как не он допускает ошибку. Разорк его ловит. 6000. Занзе есть флеш. Можно пробовать стилить. Вундер прыгает в Занзу. Пытается вот зонить. 3К остается. 2К остается.
Санса ждет момент, когда можно выдать флеш, а фанатики просто на развороте играют. Хорошо, миссию задизенгейджили, через Санк чуть не умер. И на Шора здесь фанатик не заберут. Там типа TSM против EG. Не самая лучшая вывеска. Вот завтра Хандри ТФС9 будем смотреть. Так, Витео поймали. Витео, что ты здесь делаешь? Витео пока отошел. Занса. Ой, гуманоид, слэша, прекрасный чарм. Но Витео, когда разворачивался, команда рядом не было. Опять поймали здесь Мисфитс. И Фнатик опять могут форсить на Шора. They will need Wanda and Razzle there to tank this objective up. That one ward will spot out the... Так, Фнатики на Шоре. Мисфитс нету вижна. Вундер почти с мегаформой за стеной. Его не видит. Гуманоид дает чарм при релеванта. Разворачивается в него. Подходит Вундер с мегаформой. Там убивает релевант этим временем. Санса грызет Вундера. Релевант пытается выйти. Апсет стреляет. Сарака хилит. Но все равно дочесть здесь релеванта. Апсет пошел дальше. По неону еще сыграл. Неон прожимает ультимейт. Его хилит Сарака. Тем временем... Что там с Занзой? Занза уже нарекорился. Но Витео восстановился, у Релеванта будет телепорт. Фнатикам рискованно сейчас на Шора делать. Есть, конечно, все еще ультимейты. Есть ультимейт Вундра, есть ультимейт Хелисанга, но у Вундра нет мегаформы. 20 секунд телепорта и Релеванта. Есть стена Витео. Фнатикам трудно будет этого на Шора делать. Да, должны они выходить отсюда. Подходит Витео. Хороший инициация от Хелисанга. Вэшечка неплохая от него, она залетает. Так, мисс, вот здесь можно попробовать подразвернуться, но там Сивирка, Вэшка, и больно, как больно, господи, выйти. Они, конечно, фаворит, но не стопроцентный. Так, Фнатики, хороший чарм, попадает по Релеванту, Релеванту больно его пробили, но есть Сарака, который хилит. Ну да, отдайте этого дракона, Мисфитс, это только второй дракон. Ну теперь выйти надо. Вундер полетел вперед, летает разворот по него, на него он выфлешивается. Так, на развороте, не он может попробовать пострелять. Там апсет не самой лучшей позиции, но вроде вышел. Тем временем бэклайне. И релевант работает по Вундеру. Вундера можно забрать. Забирает Витео. Очень сочный стрик. 850 золота от Гнара. По Хелисангу. У него нет флеша, но он не на той стороне стены. Витео залетает. Убирает стену. Хелисанга должны забрать, он под вышкой. Падает. Разворот залетает вперед. Тоже должен умереть. А это не ончик, стреляй. Разорг пока живет, не он пытается чезить дальше. Будет вэшка скоро. Чарм хороший от гуманоида. Можно сыграть по неону. Апсет выфлешивается. Забрали здесь гуманоида. Но зато вэшка апсета забирает. Убийство на Сараке. Очень много золота. Миссии здесь получили. Кучу стриков сняли из Гнара, из Ари. Неплохо. Так, преимущество Фнатик 5000. 6700 апсет надамажен, но Сарака нереальное количество, конечно, хп хилит. Так, Мудро здесь немножечко играет по релеванту. Понятное дело, что Уорн этого он не убьет. Здесь еще ему в ответочку релевант накидает. Подходит, кстати, сюда Витео. Пошел Баран по Вундеру. Подбрасывает, Витео рядом. Еще одно подбрасывание, Витео подходит. Можно сыграть по Вундеру, сбивает ему еще и прыжочек. Вундер без флеша. Фнатики должны портить на Шора, но они, по-моему, особо этого пока не делают. Вундера отпускают или нет? Витео летит за Вундером дальше. Витео забирает это убийство на Вундере. Занза в реке останется на следующий год, скорее да, чем нет, мне кажется. Так. Тут Вундер мегаформа прокает, очень больно Разорка пробили. Баран по Разорку, подбросили его, у него еще есть флеш. Месяц отдали очень важную кнопку, нет ультимейта у Орна, но при этом пробитый сильно Разор. Ну и походу миссис должны дракона будут забирать. Разорг-то без хп. Да, миссис получает дракона для себя. Там он типа Вивьега Лесин плеер, а сейчас танки в мете просто, поэтому Занзу просто лучше подходит под это дело. Витео хорошо пробивает здесь Разорка. Разорг в секундомере будет, но капает релеванта. Хороший в тайминг. Забирают попи здесь, прилетает сюда Вундер. Апсет начинает стрелять, очень больно накидывает Витео, хороший бумеранг, но при этом Мисфитс-то сустенится, у них есть Сарака. Хилит там Мерса, как может, еще и Редемпшн прожимает. Но и Мисфитс почти фуловые. Так, Занза подставился, успевает нажать ультимейт. И опять Сарака хилит. Еще и ультимейт остался у Мерсы. Сарака нереально решает сейчас. Так. Фнатики без ультимейтов. Месяц портит здесь на Штора. 8к остается. Разорка еще 10 секунд. Хорошая стена.
Вундер лоу хп, гуманоид лоу хп. Здесь либо апсет, либо никто. Мисфит забирает на Шора, точно. Ультимейт Сарака прожимает, опять всех захиливает. Мисфит надо теперь просто выйти. Апсет накидывает Перелиум, это больно. Мисфит могут попробовать подразвернуться. Подвязывает там Хелисанг твоих. Вэшка Цери не замедляет, не он запрыгивает вперед, начинает стрелять по апсету. Слыша Занца, хороший пилар ставит, но при этом апсет начинает стрелять, забирает двоих. Еще и выживает, и Мисфитс выходит отсюда, но с Нашором в любом случае. Хотя Вундер еще поищет, слыша. Гуманоид залетает, чармом по Занте не выпадает. Мисфитс надо выйти, Релевант далековато полетел, но при этом могут забрать гуманоид. Успеет ли он умереть, или Вэшка все-таки надо сработает? Нет. Падает здесь гуманоид, но при этом также падает и Релевант. Одного размен, но на шор для Мисфитс, при этом вышка на миде забирает знать. Но Мисфитс не могут особо ничего подпушить, вот эта проблема. У них есть на шор, но там апсет, блин, с вейфлиром. Вот, один на миде они заберут, группятся в пятером, пошел баран. У Хелисанга нет паша, кстати. Так, баран попадает по хиле. Но нету фоллоуапа, вышка живет. Вышку пока никто не добивает, потому что выкинули двоих. Витео ставит стену. Там Вундер может сыграть по Витео. Разорг с флеша играет Витео. Витео подставился, у него есть очищение. Пока он в жоне. Мерса подходит, подхилит. Если что, Витео, скорее всего, Витео выживет здесь. Хотя хорошая ульта залетает. И пока в берсерке стоит Мерса, но все-таки Сарака хилит, забирает Поппи. Дальше по Хелисангу надо доиграть, у него нет флеша. Мисфитс забирают два килла, это два убийства для Неона. Это должен быть третий дракон для них, потому что еще 20 секунд. Сарака, как же она хилит. Так, натики. Ищет энгейдж, гуманоид. Батик ультимейта уже прожал. Занзе больно, залетает в Вундер, Занзе выфлешивается. Ставится стена Витео, там Мерсу туннелит Вундер. Но в итоге Зери убивает Поппи, дальше Релевант работает, разгоняется неончик, можно пострелять. Вундер затуннелил там тем временем Сараку, размен у нас один в одного, но при этом должны Вундера сейчас убить там. Не должны его отпускать, хотя апсет бежит сюда. Вундер пытается подкатить, здесь подходит не он. Реколится и Релевант, Вундер вперед, но умирает он здесь. И это на шор 10 секунд, это должен быть на шор для Мисфитс. Мисфитс начинает на шора. Бежит сюда Разорг, телепорт дает спину... Гуманоид его видит. Хотят попробовать подзакрыть. Здесь Сарака рядом, есть Баран. Баран прожимается по гуманоиду. Его подбросили, но гуманоид выиграл только время здесь. И Вундер через 10 секунд уже прилетит на Шора. На Шора для Мисфитс не будет, скорее всего. Но у них есть потенциал взять душу через минуту. 5 секунд Вундера. Нет Барана. Нет ультимейта гуманоида. Вундер прилетит, но у него не будет мегаформы. Мегаформы ему стакать еще долго. Плюс Витео здесь будет не пускать. Вундер прилетает на мид. Ставит стену Витео. Разорг может с флеша попробовать застилить. 6к остается. Мисфитс флипает. Мисфитс флипает. Разорг выкидывает рангла. Дофлешивается. Фнатики должны забрать на Шора сейчас. Там Сайленс. Там Сайленс. Забирают на Шора Фнатик. О май гад. Но умирает. Умирает Хелисанг. Умирает Разорг за это. Не он. Дальше можно на разгоне сыграть вперед. Полетел не он вперед. Не он начинает стрелять. Можно сделать пента попробовать. Доигрывает по гуманоиду. Не он стреляет дальше. У него есть Сарака. Сарака киллер. Не он, а не он падает. Ванги хранили. Апсет выфлешивается. Да не бежит Занзе. Есть еще пилар, скорее всего. Через пару секунд. Но Занзе больно. И апсет его забирает на развороте. По Вундеру доиграть не получится. 4-2 у нас ситуация получается. Занзе немножечко перечизил, но там 30 секунд до соло. Разорг будет мертвый, гуманоид будет мертвый. Так, баран по апсету, у него нет флеша. Не он прыгает в апсета. Баран, хорошо подбросили, выбили га. Вундер подходит сюда, здесь Витео рядом. Витео надо затаймить, Витео надо затаймить. По апсету, апсет успевает разменяться. Вундер мегаформа сейчас будет. Подбрасывает его и Релевант. Вундер пытается выйти, у него нет флеша. Дофлешивается Витео, Витео дает очень много урона по Вундеру. Вундер пытается выпрыгнуть, выпрыгивает. Но его будут преследовать. У Витео есть стена. Витео нажимает стену. Летит за Вундером, нажимает очищение. Вундер пытается жить, его подбрасывает. Вундер умирает. Занзе здесь. 4-3. Но без апсета Фнатики. И это потенциальная душа для Мисфитс. Разорг, мистепает, выходит.
Но месяц надо делать. Разорк может опять попробовать выкинуть и засмайтить этого дракона. Начали бить уже дракона. Размахивается своим ультимейтом Разорк. Хорошо, здесь канцелит ему пиларом из Данза. Раскруточку. Там больно пробили Хелисанга, и Хелисанг умирает, и это еще и душа для Мисфитс. Инфернальная! Ух, как же они камбэчат эту карту. 11-5-2. Не он на своей Зере. Продолгаю, купил QSS. Шор на карте появился. Мисфитс опять будут флипать? Мисфитс опять флипают. Как же вешки от Зере больно залетают. Вундер мега форма сейчас будет. ГТ его больно пробили. Вундер. 8к. Мисфитс ищет какой-то трейд. Пошел баран опять. Вундер залетает. ВТО встрял. По Мерси играет гуманоид. Мерси пока высяк выхиливает. ВТО умер. Но не он, Фэдша доигрывает. Забирает гуманоида. Дальше. ВТО подстанили Неона. Неон живет. Апсет начинает стрелять. Апсет под разгоном. Очень больно. По Неону накидывает. У него нога есть. Ты вышку бил сараку. Нет, господи, Апсет, что ты делаешь? Zanzara now running Fnatic. They should have control of the area. It's an absolute bloodbath for Fnatic. Win the fight. Can they win the game is the question. Они игру могут закончить сейчас. Там, конечно, живая Зери. Но Занзу убьют. Там мертвый только гуманоид. Дизастер, дизастер. Они закончат. Там 30 секунд. Блять, no way. Ну, upset too good. When the chips were down, when he needed to flash forward, he did just that. He carries the team fight, and now only Neon stands. По него он играет Вундер, не он останет, у него на нету очищения, не он умирает. Убил Разорка, но просто Гай его здесь заберут, падает не он. Фнатики играют в Т4, это 2-0. 50 минут пота. Но там Витео подставился, я не знаю, как в самом конце, и в итоге... Вот эти фанатики это выигрывают, апсет паровозит фанатиков на Worlds. Jesus Christ. Как-то апсет бустит команду. Это нереально вообще. Это просто, ну реально бустер какой-то играет. Все, чат. Летим в драфт. Третья карта. 2-0 фанатики ведут против Мисфитс в матче за последний слот Европы на чемпионате мира. Занза в одном поражении от того, чтобы вылететь из плей-оффа. И даже позитивная энергия, позитив вайбс нашего чата не помогают пока. Убирают Ренату. Будет открыто опять Калиста. Будет открыто Зери, который, видимо, опять будет фпшить для себя Мисфитс. Так, Мисфитс. Окей, Мисфитс отдают Зери. Мисфитс забирают для себя Поппи для Занзы. Стайлос в бане, Акали в бане, Ари в бане, Талия в бане. Чем Витео будет играть? Опять Корки кого-то выкатит? Не знаю, у Витео нормальные комфортные его пики закончились. Так, Неон локает Леону для Мерси. Чем будет играть Витео здесь? Да, Корки для Витео. Мы где-то это уже видели. Ну что, там Ариана сейчас будет для гуманоида? Блять. То obvious, ты драфт чат. Я должен в лейке работать с тренером, я не знаю. Вы видите, как я читаю все? 5-5. Не, ну здесь, в принципе, метовых пиков не осталось. То здесь понятно было, что будет какой-то контроль маг, типа Виктор, Ариана, Корки там и так далее. Здесь уже от комфорта идет. Опять игра на 50 минут. Да, здесь очень много скейла. То есть у нас два контроль мага на миде, два гиперкерри АДшника, Гвен Орн. Какой-то момент Борис Де Ируин контестил топ-1 в мире с Узи и Реклес. Так, Занза начинает Герольда. У нас смещается сюда Мерса первый. Запушили мид Мисфитс. Прай у них есть, но на топе нет прая. Там на боте тем временем офсет еще одну пластинку забирают. Так, 4 в 4. Но, конечно, early fight у Fnatic выглядит поприятнее. Но сюда Сивирка подходит. Поэтому численное преимущество будет на стороне Мисфитс. Что делает Хелисанг? Хелисанг, конечно, такой Хелисанг. Первую кровь отдает он. И герой для Мисфитс.
Это его с пакетом. Разорк играют хорошо, выбили флеш, здесь Мерса рядом, можно развернуться. Тут, правда, Апсет стреляет. Очень больно Занти пока, пытается догрызть этого Разорка. Разорк живет, хилится, живет, но все-таки саппорт у нас убийство забирает, но упал Витео, не он, но надо флеш нажимать. Апсет может дофлешить, но не стал этого делать. Тут еще и Мерса пытается сбежать, у него есть, конечно, флеш, но там Ариана закрывает, и Мерса должен здесь умирать. Апсет дофлешивается за Мерсой. Мерса, кстати, флеш есть. Все, флеш будет, нет? Само гуманоид, если что, будет флеш, Мерса выфлешивается, апсет. Пытается, да, добивает. Еще один килл, 2-0-1, становится у нас апсет на Зере. Забрали немножечко пластин для него, на месяц. Так, поймали хили. Хили без флеша. Чейнс от Мерсы. Должны Хилисанга здесь попробовать убить. С флеша играет Занза, и Хилисанг умирает. Килл для Неона. 3-3 у нас счет становится, но по золоту преимущество чуть больше, чем в 1000 золота для Фнатик. Баран по гуманоиду. Надо флеш хотя бы выявить. Выфлешивается гуманоид, а тут Занза. Здорово. Не он получает убийство. Хорошо, сейчас месяц подловили. Два килла, ТП на бот. Вейф Элевен принимает. Месяц немножко подкомбычили. Так, Занза находит Разорка, станет его, Мерса не дает чинится. Хороший пилар от Разорка. Ой-ой-ой-ой-ой. Прекрасный пилар. Поймали Занзу здесь, заверкомитился Коля. Так, Разорг здесь блю забирает еще у Витео. И герой на Фнатике тоже для себя заберут, плюс вышку на топе. Потихонечку гуманоид ковыряет. Разорг, Витео-то без маны. Мерса без флеша. Что ты здесь делаешь, Мерса? Мерса умирает. Килл для гуманоида. 4000 золота преимущества Фнатиков. Так, ТП на бот от гуманоида. Здесь еще и релеванта сейчас могут забрать. У него есть флеш, он выфлешивает. Там поймали тем временем апсета. Так, не он за апсетом гонится. Хорошо, Хилисанг подрутал, и теперь на апсет на развороте может заиграть. Апсет убивает Неона, но в итоге трейдит килл здесь Занза, но его Хилисанг, скорее всего, догрызет. Занза с флеша красиво играет. Но этого щита не хватает, дофлешивается Разорг, пускай этого еще и Мерса подставляется. Сейчас будет пилар, пилар ставится, гуманоид подходит. Витео с пакетом. Что он сможет сделать здесь с этим с пакетом? Ничего, по-моему, здесь делать не сможет. Витео даже умирает. Походу, хороший секундомер от Хилисанга. Витео, хватит ли урона? Хватает. По вундеру можно попробовать доиграть. В итоге нажимает вешку аут, выфлешивается. Разорг бежит за ним, Витео пытается здесь сыграть в вейв, подходит Мерса, Витео забирает это убийство на Гвен. 450 золота. По Мерсе ударная волна, Мерса пока живет, Мерса разворачивается в Разорка. Разорк, еще один таверхит, Разорк умирает. Какая фиеста у нас прошла, 18 киллов за 17 минут. Но по золоту... Примерно 4000 у Фнатик преимущества. Но Витео неплохо разменяться смог здесь. Так, дракон уходит в копилку Фнатика. Там Занзу поймали. Вондер нажимает вышивание, забирает это убийство. Хилисанг должен ультимейт Мерса. Ракетка от Витео. Хилисанг должен умирать. Там апсет подрубает ультимейт. Мерса полетел вперед в один конец этот билет. Неону флеш. Разорок бежит за ним. Пошел баран от релеванта. Неону очень больно. Апсет это убийство забирает. Здесь еще и релеванта могут преследовать. Сейчас будет пилар у Разорка. Вундер на призраке бежит за релевантом. И релевант... Вроде бы входит, но этот размен... Так, ударная волна, подождите, еще не закончен, потому что Ирельван тоже умрет. Теперь в одного размена умер только Хилисанг. И Фнатики опять выигрывают драку. Ну слушай, Фнатик, учитывая, как они сегодня играют... Ну блин, хз. У них Мэлайнс будут в воскресенье. Завтра чат G2 Row в 18 по Москве. В воскресенье Mad Lions против, скорее всего, Fnatic. Вы тоже 18 по Москве. Здесь Релевант работает, Релевант умирает.
Еще один килл для апсета. Там не он без позиции, без флеша, там вундер за стену прыгает, пошло вышивание. Умирает не он. Посыпались мисвиц, умирает здесь. Занзу тоже, еще и герой здесь на топе. Ну и Сторм, вскрыли фанатики, там на шоржевой. So strong on the Zeri, we see how much value this Trundle provides with the ultimate onto Irrelevant. Absolutely shred straight through him, and with these death timers, with Zanzara being dead, 15 seconds, Fnatic wants a Baron. The name Fnatic is synonymous with international competition here in Europe, and they're looking to make their Irrelevant appearance at the World Championship. Не знаю, кто он здесь хочет, 4К там на шорах, гуляет и уйдет обратно, пошел Баран. Витео с пакетом, но Миссис здесь ничего не законтестит. Это Витео флешивает сразу 40, ставит пилар, Витео больно, Витео тоже умирает. 10 тысяч преимуществ Фнатик, 19-9, Мерта с неоном бегут, пытаются кого-то дочезить. Хелисанг может флеша вообще сыграть, Занза тоже здесь, играет флеша вперед Хелисанга, не станет, Хелисанг выфлешивается, пилар на дизенгейдж от Разорка, Вундра сейчас будет ультимейт, он откатывается, вышивание пошло, первый тик, второй тик, у него есть, конечно, флеш, он попробует здесь что-то сделать, но за это умирает Занза, Мерса и неон выфлешивается, и Мерса дочезит, хук прекрасно, Хелисанг, еще один килл для Фнатик, 21-9, полное уничтожение Фнатик. В третьей карте они просто переезжают Мисфитс. Ну, все это три слота уже. Так, Занза. Получает хук. Вот этого убивает. 1-7 Занза. Даблкил для апсета, дофлешивается дальше. По Мерсе стреляет апсет. Апсет вошел в кураж. Получает стан от Мерсы. На развороте апсет забирает Мерсу. И по Ирелеванту доработает. Это конечная, и Ирелевант тоже должен сейчас умирать. Даблкил еще один для апсета. Бежит, еще и Витео здесь расстреливает. Хелисанг под фонтан залетел. Пресс F чат для организации Misfits. Это была их последняя игра в LST за всю их историю. Они свой слот продали. И дальше они у нас уже играть не будут. 15 тысяч золота преимущество Fnatic. There is no way, что Fnatic это не выиграет. Ну почти закомбычили, блин, вторую карту. Закомбычьте там, плюс мораль, там неважно, непонятно, что бы произошло, но unlucky. Занзи играют, у Занзи нет флеша, Занзи умирает, разорок, получает для себя убийство, хороший хук по Витео, Витео в контроле, Витео рассыпается, делает для себя убийство, апсетик. Апсетик дальше работает, убийство и для Вундера тоже, всем по убийству, Хелисанг под фонтан летит, дает килл для Неона, но при этом апсет забирает еще Неона. Даблкил лутает. И Фнатики в очередной раз выходят на Worlds четвертым сидом от Европы и продолжают свое путешествие по нижней сетке. Реверс-свип, то ли XL 2-0 в 3-2. Застомпили Misfits 3-0. Первая карта, третья карта были без шансов. Во второй Misfits была возможность выиграть, но они, к сожалению, ее отдали. И не он, и компания вместе с Занзи, вместе с Витео покидает у нас плей-офф. Misfits прощаются с LSE на такой грустной ноте. Организация слот продала, но у Витео и компании вполне себе большое будущее. Ребята молодые во многом из них. Так что я думаю, большую часть из этого состава мы точно увидим в следующем году. Кому продала? Heretics. Ну и апсет в этот раз, наверное, все-таки доедет до Worlds. Он все-таки хотел там поиграть. В прошлом году не получилось из-за его семейных обстоятельств. Может быть, сейчас наконец-то посоревнуется против лучших команд мира. Да, Витео опять челкнул в плей-оффах. Но респект Фнатикам. Апсет Разорком очень хороший плей-офф пока выдают. Разорг, учитывая, что были слухи о том, что Фнатик хотели его менять перед летним спитом, там чуть ли не покупать Ильёю, в итоге показывает такой плей-офф, это инсейн. Разоргу отдельный респект, на самом деле, даже больше, чем апсету.